Ребята, всем привет! Меня зовут Ира, и вы смотрите канал «Рисование для всех». В этом видео я буду рисовать постер по игре Among Us в хэллоуинском стиле. Друзья, также если вы не хотите пропустить цикл роликов по персонажам игр, тогда советую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы вам пришло уведомление о новых выпусках. Итак, начали! Сложность в этом рисунке может возникнуть с компоновкой. У меня, кстати, тоже не с первого раза получилось разместить всех четырех космонавтов на листочке. Поэтому самого первого человечка рисуем как можно ближе к краю. Рисуем окружность, тело космонавта. К окружности подрисовываем ноги. Нажим карандаша пока делаем очень слабым, для того, чтобы легко было исправить неточность. Ну и если хотите нарисовать точь-в-точь, как на моем рисунке, то рисуем по схеме. Among Us – это игра на социальную дедукцию, разработанная и опубликованная компанией InnoSlov. Игроки делятся на членов команды и самозванцев. Товарищи по команде выполняют различные задания, чтобы завершить миссию, в то время как самозванцы пытаются уничтожить их до того, как все задания будут выполнены, не раскрывая личности. Разберемся же, как получить несколько бесплатных тематических предметов в игре. В Among Us игроки могут настраивать внешний вид своих персонажей с помощью различных нарядов, шапок и питомцев, доступных в игре, хотя многие из них необходимо будет приобрести во внутриигровом магазине. Но есть способ получить в игре несколько бесплатных нарядов, и сейчас я расскажу вам, как это сделать. Как же получить хэллоуинские вещи? Процесс довольно простой. Чтобы получить наряды на Хэллоуин бесплатно, все, что вам нужно сделать, это изменить дату на вашем ПК или мобильном устройстве в настройках. Устанавливаем дату 30 октября 2019, за минуту или две до полуночи. После того, как вы измените дату и время на устройстве, дождитесь полуночи, чтобы на часах устройства обновилось время, а затем загрузите игру. После этого начните новую игру. Вы должны найти недавно приобретенную праздничную одежду на компьютере в зоне ожидания. Ребята, если у вас все получится, прошу, поделитесь в комментариях, а также пишите, в каких скинах теперь бегаете. Но продолжим наш рисунок. Да, если вам интересно узнать, как нарисовать других персонажей игры Among Us, то нажимайте на подсказку в правом верхнем углу экрана и смотрите ролик прямо сейчас.
Ну а сейчас наступило время для приветов. Надеюсь, мы с Хвостиком никого не забыли. Рубрика теперь выходит регулярно. Так что, ребята, те, кто не получил сейчас привет, не расстраивайтесь. Опишите в комментариях уже под этим видео. В следующем выпуске вы увидите свои поздравления. Вот такой рисунок у меня получился. А сейчас обводим линером и раскрашиваем. И переходим к просмотру ваших работ, которые вы можете прислать мне в группу ВКонтакте. Ссылочку на группу можете найти в описании. Ребята, спасибо вам за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Желаю вам отличного настроения и до скорой встречи!